Всем привет, дорогие зрители. Нашел в Махмутларе трехкомнатную квартиру 2 плюс 1 на 7 этаже проекта. Цена квартиры скажу в конце. Значит, здесь эта квартира продается с мебелью и бытовой техникой. Присутствует такой просторный бассейн. В этой стороне детский бассейн, есть генератор. И вот такой просторный сад. Зона барбекю есть, посмотрим. Расстояние до моря максимум 320 метров. Вот парковочные места для велосипедов. Там садик. И в той стороне маленький садик. Пройдемся в резиденцию. Проект был сдан в 2008 году. Айда. Вот такая лестничная площадка. Два лифта присутствует. Прибыли мы на верхний этаж. На этаже у нас 4 квартиры. Вот такая лестничная площадка тут. Так, откроем дверь. Время съемки 14:30, квартира северо-западная сторона. Вот такая тут прихожая. Квартира 110 квадратных метров общая. Жилая площадь 100 квадратных метров, скажем. Здесь вот такой санузел. Система комби тоже есть. Здесь у нас хозяйская спальня. Такой платяной шкаф. Маленький проход из-за шкафа. Вот так вот здесь. Также балкон есть. В этой квартире 3 балкона. Это самая маленькая. И 2 просторных. Вид на море присутствует. Вот, дорогие зрители. Расстояние, как я сказал, максимум 320-330 метров. Здесь у нас санузел. Тут у нас дополнительная спальня. Где-то 10-11 квадратных метров. Такая просторная прихожая. И гостиная, совмещенная с кухней. Но кухня как отделенная. Вот кухня отделенная. Можно полностью отделить. Я вам скажу, что здесь даже жилая площадь 105 квадратных метров, не 100. Просторная. Бытовая техника Арчелик. Также холодильник Арчелик. Есть духовка и также индукционная плита. Арчелик. Гранит. Нет, это мрамор. В то время мрамор делали. 2008 год. Проект уже 13 лет. Вот такой балкон. Вид с балкона. Также здесь кондиционер Арчелик 18000 БТУ. Здесь у нас просторный балкон. Западная сторона. Такой шкаф стоит. Вот отсюда у нас вид на море также присутствует. В той стороне улица Барбаросса. Хочу показать, что здесь люстра тоже такая интересная. Вот такая фиолетовая. Так, дорогие зрители, хочу подвести итог о этом проекте. Проект был сдан в 2008 году. Квартира находится на высоком этаже проекта, 11-этажного. 3 балкона, 2 спальни, 2 санузла.
брутто здесь сказали, что 10 мне, но я увидел, что здесь побольше. 105 жилая площадь есть. Брутто 115-120. Так, продается с мебелью, бытовой техникой. Цена этой квартиры 67500 евро. Решать вам. Близко к морю. Считается старостройка, но качественная старостройка. 13 лет. Так вот, если вам понравилась эта квартира, этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, комментируйте. Мне это очень важно. Я сам лично отвечаю на комментарии. С вами был мистер Агасси, Солнечный Алания район, Махмутлар. Всем пока-пока.